У меня три вопроса. Первый вопрос касается задержания, можно сказать, даже похищения в Лачинском коридоре на КПП гражданина Арцаха, которого присутствие представителей Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев задержала азербайджанская сторона. При том, что Азербайджан заранее имел список тех людей, которые должны проехать, и никаких претензий к этому не имел. Вот хочется узнать, что делается для освобождения Вагифа Хачатряна. И, кстати, вчера была информация, что еще один человек был задержан, но он уже заблудился и опять задержан азербайджанской стороной. Вот что делается, что в Лачинском коридоре, где оба были задержаны, этих людей вернули? Ну, во-первых, произошедшее, несомненно, затрудняет поиск и так непростых, но необходимых развязок и компромиссов и решений. То есть это, конечно, ситуацию усугубляет. Второе, мы видели абсолютно диаметрально противоположные оценки армянской и азербайджанской сторон. Ну и третье, безотносительно к этому конкретному инциденту или брать аналогичные, мы исходим из важности примирения как в контексте армяно-азербайджанской нормализации, так и обеспечения прав и безопасности карабахского населения. Второй вопрос. Вот согласно информации властей Арцаха, Россия настаивает на переговорах представителей республики с Азербайджаном в Евлахе, в Азербайджане, в городе Евлах. Вот хочется узнать, вот как после последних событий возможны переговоры на территории Азербайджана с участием граждан республики Арцах, какие гарантии безопасности есть для армянских участников переговоров, если Азербайджан грубо нарушает все свои обязательства перед международными структурами, не обращает внимания на деятельность присутствия миротворцев РФ. Вы знаете, почему, да, вот я всегда... переговоров, например, в третьих странах, как... Вы знаете, я понимаю, что журналисты, которые находятся, ну, можно сказать, разведены по разные стороны конфликтных ситуаций, от горячих конфликтов, тлеющих или холодных, или так далее, они, к сожалению, так или иначе ставятся перед дилеммой быть объективным или, так сказать, занимать определенную позицию и сторону. Это, от этой дилеммы никуда не уйти, потому что, ну, прекрасно понимаю целый ряд компонентов этой очень сложной ситуации. Но без объективности журналистики не бывает. Да, гражданская позиция, безусловно. Да, безусловно, личная оценка, само собой. Но журналистика – это такой жанр, который предполагает объективность. Для этого нужно понимать, что такие рубленые фразы на уровне, знаете, лозунгов, они делу не помогут, даже если формулировать вопрос. Они только привнесут какие-то дополнительные раздражители, некую провокационность. Поэтому я очень настоятельно вас призываю, причем это ко всем относится, не к вам лично, а вообще. Все-таки, если задавать вопрос, то ну, максимально быть объективными и максимально превращать его не в декларацию, а именно в вопрос. Возможно, Владимир, но я описываю ситуацию, факт случился же, человека задержали, я же от себя ничего не добавил. Или прошу комментировать слова представителя властей отца. Это же не я придумал то, что они сказали. Я думаю, что вы настолько опытный журналист, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И позволю перейти непосредственно к ответу, но без вот этой вступительной части, я думаю, что мой ответ был бы неполным. Мы поддерживаем запуск переговоров между Баку и Степанакертом. Данная тема находится в повестке дня наших контактов с заинтересованными сторонами. Российские миротворцы ранее помогали в организации встреч двух делегаций, готовы и дальше оказывать этому необходимое содействие. Россия не выдвигает никаких предусловий, кропотливо работает над сближением подходов сторон, которые в настоящее время серьезно расходятся на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе. Что касается случаев, о которых вы спрашивали в первом вопросе, как я сказала, они имеют, к сожалению, негативное влияние на и без того сложную ситуацию. И последний, третий вопрос, Мария Владимировна, вот. Опять, в республике уже начинается голод, на Горном Карабахе уже начинается голод. Люди уже готовы пойти на самые радикальные шаги. Вот хочу узнать, вот что делается для разблокирования, для обеспечения поставок товаров, грузов, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, потому что мы видим, что публичные и непубличные призывы в
Баку игнорируют. И со стороны России, и со стороны других лидеров. Мы работаем со сторонами, и несмотря на то, что вы сказали, что публичные призывы не работают, все-таки вновь подтверждаем необходимость безотлагательного разблокирования Лачинского коридора и обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности местного населения. И, конечно, зависит многое и от политической воли, и готовности к компромиссным шагам, и в этом случае напряженность может быть снята. А для этого мы работаем со сторонами.